барбершоп с 1900. Девчонка с обнаженным животом фотографируется на фоне проходящих мимо нее людей в куртках и в пальто. Шоколадки, кофе. Шоколадки эти, это как бы меню, это к мини-бару относится. То есть ты, если их съешь, то тебе придется заплатить по полной. Не пугай. Вот эта вода бесплатная большая, а там вот эти две маленьких, все остальное, это относится уже к мини-бару. Ай, предлагается карандаш, который ты можешь взять с собой потом, и блокнотик. И этот крючок, я не пойму для чего. Вот, ну кому интересно, могут иметь в виду. Он здесь есть. И душ. Душ. Ох, туалет. Никуда, я просто посниму здесь. Доброе утро, Марьяна. Доброе утро. А тем временем в Халькидыках шел снег. Надо взять. Ну? Это бывшая швейная машинка.
Почему тебе не надо? Этот отель находится на площади Эмпориум. Здесь раньше была агора, историческая площадь. Евреи продавали здесь молочные, кисломолочные продукты, специи. И то есть здесь была продажа, плюс еще офисы банковских, больших банков. Банковские офисы располагались. А недавно здесь происходили съемки голливудского фильма «Каменщик». Авраам Углу. Это продавец специй с 1970-72 года. Здесь же площадь специй. Вот, например, отель так и называется. Бахар. Это бахарика. Это специи. Здесь очень красиво. И с утра до утра открыты бары. Например, вот сейчас раннее утро. Таверна, кафе, бар. Здесь тоже расставляют стульчики и пепельницы. Почищают. А ночью здесь всю ночь гудели именно ночные. То есть они сейчас будут кофе, например, продавать. А всю ночь здесь было очень шумно, много народу, молодежь. Ночные клубы, короче, с фейс-контролем. Вот это верхняя часть лададиков. Если пойти туда, то будет нижняя часть лададиков, и выходишь к морю. Здесь на столике я обнаружила журнал, в котором есть статья про этот самый отель. А на следующей странице... Па-бам! Это то, чего я буду ждать. Здесь написано, что этим летом выйдет фильм «Барби» с Марго Робби. Главное, смотрите, они сами просят, чтобы их постили. То есть отель абсолютно не против того, что в нем будут вестись съемки.